молоды, но у вас все равно не хватает энергии. Сегодняшняя молодежь строит свое будущее, находясь в учебном процессе, нехватка денег, постоянно какие-то негативные известия. Как восполнить энергию, если вы учитесь? У нас есть три шага, которые надо делать каждый день. Первое. Утром встали, выпили чашечку шокасина. Шокасин содержит суточную дозу минералов, антиоксидантов, которые необходимы молодому организму. Добавили капсулу, всего лишь одну капсулу лапсина, и восполните энергию на целый день. Но если вечером вам опять куда-то надо идти, можно выпить еще одну капсулу и танцевать всю ночь. И, конечно же, динамический крем. Маленькая капелька обладает волшебным свойством. Нанесли на ушки, растерли ручки, помассировали кончики пальцев, и вы полны энергии. Хорошего дня!